Добрый вечер, дорогие друзья, любители различных зайцев, любители моего канала, моего города. Всем спасибо за поддержку, я был очень рад вашим комментариям. Хочу сказать, что вместе мы сила. Определенно мы являемся полюсом противостояния всем, кто строит свою жизнь на использовании животных. На неблаговидном их использовании, на мучениях животных. И то, что мы здесь все собрались под эгидой этого, так скажем, момента, это просто прекрасно. Вот как эти ребята, они поют в минус 15 в неотапливаемом переходе. Да. Ой, там один сидит какой-то герой. Мне напомнил нас всех. Эти любители цирков всяких, псевдо-сафари-парков и ужасных зверинцев, зоофотовыставок, прочие дребедения, они не понимают, что они создали себе кумира. А у нас кумира нет, мы просто радуемся жизни, пока они строят нам пакости. Они свою жизнь посвятили тому, чтобы строить нам различные пакости. Их только можно пожалеть. И больше ничего. Они думают, что у них есть единство, у них нет единства. Они думают, что у них есть кумир, их кумир-бандит. Они думают, что они любят животных. Нет, они их убивают своей псевдолюбовью. Они и есть та самая зоошиза. Только им этого не понять, но поймут они это очень не скоро. И, естественно, будет поздно, когда они это поймут. Для них, естественно, а нам терять нечего. Так что всем спасибо за поздравления. Идем дальше и работаем.